Дорогие друзья, всем привет. Летим в Салехард. Тут такой трактор. Приехали мы на вертолетку. Вылет у нас идет на 12:10. Могу сходить сейчас показать вам вертолет. Вертолет вон он прилетел. Я не знаю, видно, не видно будет. Вот. Сейчас будет рейс в 10:40, а потом в 12:10 будет. Ну, такое тут здание у нас. Тут же продаются билеты. Ожидается все это. Посадка происходит. Короче, ведут нас на посадку. Сейчас полетим. Билеты. Цена билета 3060 рублей. Вернее, 1360 рублей на одного человека. Ну все, находимся в вертолете. Сейчас полетим. Все, ребят, мы начинаем взлетать. Сейчас полетим. Полетели, ребят.
прилетели в аэропорт города Салехарда, видите, самолеты стоят. На таком вертолете мы прилетели, прислали нам автобус, едем в аэропорт, там дополнительный досмотр и все. Сейчас будем проезжать мимо самолетов. Вот вокзал аэропорта. Сейчас туда пойдем, когда все пройдем, сниму вам внутри как что. Там очень красиво. Ну все, вот мы находимся в РЖД. Хотела сказать в РЖД на вокзале. Тут табло. Красота тут такая. Кто-то вот солдатика своего встречает с армией. Тут вот такой чем. Раньше тут был фонтан. Пройдем. Что это такое? А. Здесь Мишка сидит. Выход. Автобусом идет, в общем. Вышли мы сюда. Вон там остановка. Идем на остановку. На автобус. Все, вот мы уезжаем на автобусе с аэропорта. Сейчас тут будем проезжать. Вертолеты, самолеты. Сейчас будет стела города Салехарда. Вот. Все, едем в Салехард. Остановка. Всем спасибо. Всем пока-пока.